Добрый день, с вами канал Малорама. После выхода 33-й серии сериала «Зимородок» многие фанаты были шокированы, как в конце развернулся сюжет. На протяжении всей серии актер, который играет Фуата, прощался со всеми героями. Ведь по сценарию побег нашей четверки вышел из-под контроля, и они появились в больнице из-за трагического известия, о котором узнали, а именно то, что произошла авария Фуата и Суман, которые тем самым пытались помочь сбежавшим, но сами попали в автокатастрофу. И скорее всего во всем случившемся виновна семья Иксенлы, которые выставили все как несчастный случай. Тарык, который сказал такую фразу, что важно, чтобы выжили Ферит и Сиран, а остальное они спишут на несчастный случай. И чтобы отвести от себя подозрение, он привез Фуата и Суман полуживых в больницу. И когда Абедин и Суна приехали в больницу, то Тарык с его людьми их схватили и увезли. Дугуган Палат, воплотивший жизнь роль Фуата, попрощался с сериалом. Вознурси Челерк, сыгравшая жену Фуата Асуман, продолжит сниматься в сериале до конца сезона. Турецкие фанаты, которые были возле особняка на днях, говорили, что обстановка в особняке была траурная. Было очень много людей в черном, машин и такси, очевидно, что проходила тазия. Это соболезнование семье и близким умершего человека. В 3/4 серии нас ожидают похороны Фуата. А по поводу того, что Гюльгюн наконец-то открыла свои глаза и увидела, что Орхан продолжает крутить роман Цефакат, говорят, что на этот раз она его не простит. И под конец сезона они разведутся. И еще раскроется, кто отец ребенка Султан, и поговаривают, что это может быть именно Орхан. Спойлеры утверждают, что Ифакат так и останется в особняке, и Халис будет продолжать прислушиваться к ней. И вроде как она и Пелин остаются в основном составе сериала, и их истории продолжатся во втором сезоне. Как вам такие новости, пишите в комментариях. На этом на все, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!